Приветик, мои дорогие. Я в больнице, но мы на парковке. Со мной кислородный баллон. Привела себя немножко в порядок, чтобы к доктору попасть. Но мы сидим на улице. Да, уже нервничаем. Сижу вечером, отдыхаю. Я уже несколько раз выходила на улицу, немножко прошлась и сижу здесь вечером, дышу воздухом, без кислорода. Были мы у доктора, он послушал, сказал, уже намного лучше, легкие, чистые, но я радуюсь. Хотя нас держали на улице, потому что все ковидные, послековидные, все на улице, на парковке. Конечно, это нам было неприятно. Я там увидела медработника ихнего. Говорю, я еле стою, дайте мне стул, я хоть сяду. Ну, дали стул и нас приняли. Мои хорошие, пришло время уборки. Месяц мама не прикасалась ни к чему. Еле-еле могла себе что-то приготовить. Ну, семье приготовить. А теперь вот это измеритель сатурации. Ногти себе переделывала. 2 дня заняла. 100 сил у меня. Так что уборочку делаю. Это мой кислородный аппарат, который сам вырабатывает кислород, и переносной баллон кислорода. Это шнур, вот с ним я могу по всему дому почти ходить. Это моя маска. Это еще переносные баллоны, чтобы к доктору попасть. Сейчас буду убираться. Это мои тренажеры для легких. Ну, кто шарики дует, а это 2 тренажера на один на дуть, другой как-то на выдох тренажер. Вдох-выдох какой-то. Это моя работа. Радует меня. Моя куколка. Я сама делала. Естественная прорисовочка. Да, сейчас поубираюсь. Мои хорошие, у нас было вообще вчера торнадо предупреждение. И вот это у нас пальма падает. И вчера упала. И авокадо мое дерево падает маленькое. И вот этот папоротник падает. Новая штука. Соседка наша подарила вот Джеймсу на день рождения. Очень красивая. Сейчас вот ветер, она хорошо тут тарахтит. Ну вот. Мы уже столько раз подымали эту пальму. И она у нас падает и падает. Ай-яй-яй. И папоротник этот падает. Надо, наверное, может быть, временно фонтан подвинуть и поставить папоротник. Вот здесь, наверное, меньше ветра именно в этом месте. Не подниму сама это пальму, а подниму только маленькую свою авокадо. Авокадо маленькая. Вот это что-то пропадает, не пойму почему, не знаю. Может, солнца недостаточно. Может, еще что-то. Что такое? О, мокрое. Наверное, замочили. Это базилики еще есть. Надо повыметать. Это лампа, чтобы комаров убивать. Они как-то сюда проникают. Эта лампа уже не работает. Надо. Джеймс поливает цветочки впереди. Сейчас я его позову, поставим пальму обратно.
продолжаю влог. Мои дети были на фестивале украинской культуры в городе Вашингтоне, столице Америки. Они уже переехали, но сделали видео для меня, и я решила с вами поделиться. Это еще было до болезни, как я еще была здорова. Они мне отсняли. Я хотела вставить, но болезнь не дала это. И вот уже мне легче, я решила с вами поделиться. Украинская диаспора устроила большую ярмарку, и здесь все собираются, ну, все выходцы бывшего СССР, СНГ, посмотреть на творчество. Ну, очень красивая картина. Молодец, дочка, мне с зятем сняли. Они уже переехали в Северную Каролину. Может, снимут. Я вам покажу, где они живут, в каком городе. Сейчас буду заканчивать. Благодарю за просмотр. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.